Друзья, всем привет! Решил сделать, помимо основных выпусков про постройку своего самодельного мотоблока, цикл таких коротеньких роликов, в которых буду освещать какие-то такие, очень важные моменты. В предыдущих сериях я сделал шкив, то есть соединил шкив от компрессора ZILU со шлицевой. Вот, также сделал планшайбу, которая закрепила шкив на первичном валу коробки ВАЗ. Сегодня будем делать опору для первичного вала. Вот. В коробке первичный вал не имеет спереди опоры. В машине, соответственно, когда она устанавливается, он в коленвалу опирается. А в мотоблоке нужно обязательно делать опору, так как будет натяжение ремня, соответственно, это все дело быстро разобьет. Вот. Отлично подходит 202 подшипник для этого дела. Первичный вал у вас имеет диаметр 15 мм. Вот, все плотненько сюда заходит. Сейчас будем делать опору. Вот. В моей конструкции я сейчас буду делать такую траверсу из уголочка. Сейчас немножко здесь прорежу под шкив окошко. И буду делать корпус для подшипника. Нашел я кусок трубы. Подшипник сюда отлично становится. Естественно, будет небольшой прорезик сделан. Вот, так что погнали работать. Thank you.